День защиты детей сотрудники Пурнефтегаза традиционно пришли в гости к воспитанникам центра «Елена». Они поздравили ребят с праздником и подарили им красочные подарки. Наборы для творчества учреждению вручили сертификат на приобретение необходимого инвентаря. Уже 20-й раз «Пурнефтегаз» приходит сюда, в центр «Елена», чтобы поздравить воспитанников с Днем защиты детей. Это такой прекрасный повод для того, чтобы сделать доброе дело, подарить детям подарки. В этом году мы порадовали детей шарами. И основные подарки мы подарили центру по просьбе их. Мы узнали потребность, что нужно, и закупили это и принесли сегодня для того, чтобы детям в летнем лагере было чем заниматься. Устроили детям настоящий праздник. Хочется выразить огромную благодарность за то, что не забывают наше учреждение, за то, что приходит к нашим детям и устраивает такие мероприятия. Для детей сотрудники Пурнефтегаза также приготовили вкусные угощения, был накрыт большой сладкий стол. А в завершении праздника для воспитанников центра устроили настоящую детскую дискотеку. Уговаривать ребят не пришлось, танцевали практически все.